Всем огромный привет! Я хочу снять вторую часть своего заказа с сайта Фармакосметика. С этим сайтом я сотрудничаю, я у них беру на обзор продукты, тестирую и потом рассказываю вам свое мнение. В первой части я рассказала о гелях для душа, которые уже беру не только я, но и мои близкие. Ну, естественно, если не я, то за свои деньги. Ну, близкие мои берут за свои деньги. А я в свое время брала на обзор. Но мне настолько понравились гели для душа, что я их буду и впредь брать. Ну, понятное дело, уже не на обзор, а за деньги. Но они стоят того. Это действительно замечательные вещи. Я о них еще чуть-чуть поговорю. И также в первой части я рассказывала о программе для похудения, которую я брала тоже на обзор и которую тестировала и рассказала свое мнение об этом тесте. Что у меня получилось? Вернусь к гелям для душа. Давайте я вам покажу те, которые есть у меня. Не знаю, почему-то мне хочется к ним возвращаться все вновь и вновь. Но я коротко. Я их вот так вот выстрою. Кстати, меня этого никто не просил делать. Это просто мое личное желание. Я не могу. Мне настолько они нравятся, что вот прямо говорила бы о них и говорила. Девчонки, мальчишки, если вы не пробовали гели для душа Санте, я вам рекомендую их взять и попробовать. Есть крем-гели, есть душ-гели, есть парфюм-гели. И все они исключительно замечательные. Даже есть гель для интимной гигиены с ароматом орхидеи. Тоже работает хорошо. Ни на один у меня не было аллергии, сухости там или еще чего-нибудь плохого и побочного. Ну, я вообще сама по себе не аллергенный человек, может быть, поэтому, но вот прямо вау, как мне нравятся все эти средства. Также я уже упоминала от Коры, это тоже российский производитель один, что у Санте, что у Коры. Вот хочу вот на этот скраб, аромагель для душа, скраб обновления плюс тонус. Обратить внимание, аромат мандарина и морские водоросли входят. Настолько классный аромат, настолько хорошо он и как гель, и скраб вместе работает. Такое легкое, приятное скрабирование дает. Тоже рекомендую. Вот прям вот пару ссылок я оставлю. На все я не буду оставлять ссылки, но пару ссылок оставлю. Зайдите на сайт, посмотрите. Там линейка намного больше. Тут не все ароматы у меня. И там можно выбрать саму марку, набираете Санте, и выйдет вам вот вся их линейка. У них и кремы для ног хорошие, и кремы для рук хорошие. Все, вот. Не могла не рассказать еще раз. Извините, что немножко задерживаю. И давайте я вам покажу, что же все-таки было еще в моем заказе. Давайте эту девушку вот так вот, чтобы было все видно красиво. В этот раз я решила от фирмы Пойот заказать очищающую мицеллярную воду. В ней 200 мл. Очень удобная помпа. Два раза нажимаете, и ватный диск мокрый. Что это за мицеллярная вода? Она очищающая, матирующая вода. Очищать обещает кожу от загрязнений, снимать макияж с кожи. Кожа должна выглядеть более здоровой и удалять излишки себума. Или себума? Себума. Активные компоненты там экстракт цинка, мицеллы и увлажняющие гликоли. Что делает экстракт цинка? Он уменьшает выработку кожного сала, оздоравливает эпидермис. Вот, получается, матирующий эффект дает. Мицеллы. Это активные компоненты для мягкого очищения. Деликатно очищают, не раздражают кожу. Ну и увлажняющие гликоли делают кожу нежной. Надо наносить утром-вечером на кожу лица и шеи при помощи ватного диска. И главное тут, то, что я не заметила изначально, избегать область вокруг глаз. Смывать не надо. Я область вокруг глаз не избегала. Я русский человек, который сначала применяет, потом читает инструкцию. Ну, шутка, конечно. На самом деле у меня в этом случае произошло именно так. Вы знаете, прекрасно удалял макияж из глаз. Мало того, что он хорошо с лица, еще прекрасно удалял из глаз. Взяла его специально на лето. Мне было интересно, как вот эта матирующая вода будет очищать кожу и
Вот сейчас страшная жара на улице, плюс 30 в тени. С утра протираешь лицо, потом тональный крем я наношу матирующий. И вы знаете, я не достала... Вот сегодня, например, я ходила в город, ну, у нас так называется, с моего района, в центр города я ходила, это очень далеко. Гуляла я часа три по жаре, там почти плюс 40 на самом солнце. Я ни разу не достала матирующую салфетку. Ни одной, ни разу, даже не вспомнила. Вот, не знаю, вместе с тональным средством, может быть, хорошо работал, но работал очень хорошо. Тестирую больше недели, очень понравилось. За неделю, два раза в день, ну, получается, смотрите, достаточно экономный расход. Понравился, вот, спасибо, поет. Понравилось, очень понравилась эта вода. Впервые я вообще пробую поет. До этого никогда не тестировала. И второе средство, которое я взяла на обзор, тоже от компании вот поет. Взяла, если честно, по отзывам. Одна блогер, Иринка, Ирина Фо Юлия, привет тебе, Ириш. Она очень хвалила крем для кожи вокруг глаз от Поёт, но в синем тюбике. В синем на сайте не было, и я взяла вот такой крем. Это даже не крем называется, а подтягивающее средство для контура глаз. В нем 15 мл, очень симпатичный такой дизайн самого тюбика. Это не дешевое средство. Честно, сама себе бы я его не позволила. Благодаря сайту у меня получилось взять, потестировать. Вот я им за это огромное спасибо хочу сказать. Действительно благодарна. Мне очень понравилось вот это средство. Давайте я вам расскажу сначала, что оно должно делать, а потом скажу, что делает. Направленно действует на кожу области глаз, подтягивает кожу век, разглаживает гусиные лапки, уменьшает темные круги и припухлости под глазами. Да, все делает. Единственное, у меня не отекают вот глаза, как бы, ну, не было у меня таких припухлостей на данный, вот пока я тестирую вторую неделю. Но он работает. Если я сейчас скажу, что у меня кожа возрастная, надо мной опять сейчас половина будет смеяться. Но действительно, кожа, по крайней мере, под моими глазками действительно возрастная, морщинки у меня есть, гусиные лапки есть, и очень хочется как можно дольше сохранить ясность взгляда и красоту вокруг глазок, потому что у меня проблема — это темные круги под глазами. Как их не маскируй, все равно хочется с утра не пугать свою семью, а выглядеть хорошо. Использую я этот крем, вот это средство, да, два раза в день, утром и вечером. Очень мне оно понравилось. Вот, не знаю уж, круги уходят или нет, сейчас загар еще ложится на лицо. Но то, что эффект подтягивающий у него есть, это действительно так. Мне понравилась сама консистенция. Видите, вот как я выдавила в форме мороженого, да? Он вот такой густой. Когда густой, он... Кажется, ну, будет тяжело ложиться. Нет, он легко распределяется, легко наносится и быстро впитывается. И кожа при этом увлажненная и очень приятная под глазками. Но я его наношу и под глазки, и над глазками. Ну, в общем, вокруг глазок полностью. И на верхнее веко, и под глазки. Нравится. Аромат приятный, работает хорошо, буду пользоваться с огромным удовольствием, пока не закончится. Вот даже жалко, что он у меня когда-нибудь закончится. Пока у меня очень яркое такое впечатление. То есть действительно этот крем очень понравился. Если есть возможность потестировать, попробовать, вы купите, попробуйте. Ну, у кого, по крайней мере, возрастная кожа и требует такого более качественного, можно сказать, ухода и заботы. Понравилось. И в подарок еще мне с заказом приехал вот такой пробник от Виши. Инновация. Что это такое? Ну, тоже что-то омолаживающее, да? Да, тоже антивозрастное что-то.
Обещают через месяц глобальный эффект лифтинга. Коррекция морщин, даже глубоких. 32% упругости кожи. Работать должен с утра до вечера. Но я его потестирую, потому что я люблю пробники тестировать. Это интересно и приятно. Девчонки, все ссылки оставлю, конечно же, под роликом. А, кстати, еще одно средство покажу. Это тоже мне приехало в подарок за заказ. Это Авен Триакнель. Нет. Триакнеаль. Регулирующий, разглаживающий крем. Вот это чего. Но я его еще не потестировала, потому что я его не нашла на сайте. Если честно, я не поняла, для тела еще или для лица надо тут перевести. Чего разглаживать мне нужно? В общем, лицо или это крем для тела, пробник. Вот. В общем, будет регулировать, разглаживать, но пока еще не знаю, что. Может быть, те, кто знает английский язык, вы посмотрите и мне напишите в комментариях, потому что реально я искала этот крем, если тут вообще на английском написано. Я искала этот крем на сайте и почему-то не нашла. Вот. Что надо разглаживать. Потому что разгладить-то я не против, но не знаю пока что. Ну, в любом случае, поищу еще. Наверняка он где-то там есть, просто я невнимательна была. Обязательно все ссылки оставлю под роликами. Вот прямо эти гели для душа я влюбилась, все к ним возвращаюсь. Если честно, мне их даже жалко тратить. Ну, видно, что я такая жадина, да, по чуть-чуть. Но у меня там есть и открытые, я уж не стала нести где по половине. Классные гели. Вот буду покупать вновь и вновь. Они меня прямо вот затмили. Поэтому обратите внимание, на фирму Поет я еще буду обращать внимание, потому что мне очень понравилось. Это вот первые два средства, которые я потестировала. Думаю, они не последние, буду обязательно пробовать еще. Классная фирма и достойные продукты. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной. И всем до новых встреч, всем пока!